Уважаемые дорогие жители Солигорского района, от имени Министерства труда и социальной защиты, и, конечно же, от себя лично, от министра труда и социальной защиты, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем вам крепкого-крепкого здоровья. Конечно же, в ваших семьях, чтобы была любовь, чтобы были полные семьи, были счастливые дети, рядом с вами ваши любимые родители, бабушки и дедушки, благополучие и счастье в ваших домах. Ну и, конечно же, достойные заработные платы и достойных условий труда. Всем вам благополучия, всего хорошего и самого доброго в следующем 2019 году.